Привет. Совсем недавно Яндекс запустил функцию перевода американских видео, англоязычных видео на русский язык. И сделать это можно не только с Яндекс.Браузера на компьютере, как думают многие, но также можно сделать перевод на мобильном телефоне и смотреть видео с YouTube на мобильном телефоне с переводом на русском языке, даже если они изначально были записаны на английском. Давайте покажу, как это сделать на примере iPhone. На Android, я думаю, все это также хорошо работает. Напишите в комментариях, работает ли у вас это на Android, и давайте приступим. Во-первых, нам нужно зайти в App Store или Play Market, скачать Яндекс с Алисой. Именно такой красный значок, не Яндекс браузер, а Яндекс с Алисой, потому что работает это только тут. Нажимаем «Открыть», и вот здесь в поиске, в адресной строке мы пишем youtube.com и нажимаем «Перейти». Нам нужно написать именно так, а не просто YouTube, и потом перейти на сайт YouTube, потому что так нас перекинет в приложение YouTube, а там это уже не работает. Нам нужно именно в браузере открыть YouTube. Вот таким образом переходим на YouTube. Следуйте. Далее. Пишем, например, в поиске название американского канала или видео, которое нам интересно. Давайте откроем видео. Так, вот это, например. То есть видео на английском языке. Внизу есть кнопка «Перевести видео». Нажимаем на нее. Есть вероятность, что это так или иначе говорят. И если вам интересно, то прям что-то такое важное. То есть вот так мы можем с помощью одной кнопки нажать «Перевести видео», и также можем нажать еще раз сюда, и у нас выключится перевод. Это работает, опять же, только в браузере Яндекс с Алисой. И тестируйте, работает ли это на вашем устройстве. У меня iPhone 7 Plus, так что если даже на таком стареньком iPhone все работает, то на новых iPhone'ах уж тем более. Я думаю, что я вам помог. Если видео было полезным, поставьте ему лайк, задавайте свои вопросы в комментариях. Пишите, работает ли у вас и какое у вас устройство. Всем хорошего. Пока.